это? Кто это? The Doors и The Noise. Кто создал этого чувака, да, согласен. Вот класс. Я просто сейчас посмотрю, что он тут. Не, он быстрый. Тац. Он там мне уже кидает здесь. И они взрываются. Мы бомбы кидаем, а он... Ну ладно, плевать. Ну чё, давай, нойз. Всем привет, друзья, с вами я Буверонов и... Ой, я пипину, нет! О, мадат. Там тон тен 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 тен. И сегодня мы сами, ребята, будем играть, продолжать Pizza Tower обновление The Noise Mod. Ну что ж, я Noise... Мы с вами остановились на третьей трэше, первую и вторую мы прошли. Сейчас будем пытаться проходить третью. Let's go, мадафата. Как смешно, смешно. О, привет, чел. А, ура, я здесь. Класс. Блин. Интересный. Троллит. Еще сейчас спидран. Давайте. Слышь ты, на. Там и мистер Диджей.
О, нет, пират. Понятно. Ну ладно. Да блин. Нет. Да, да ну. Branded noise. Yep. I noise. Ребята, 190 долларов, еще 10 долларов не хватает, чтобы сразиться с продом. Ладно. Умнат, подняли сюда.
Вот здесь, я помню, была очень крутая буста. Вообще крутая. Крутая, что ж, пипец. Да. Да. Мы за нос опять играем. Ладно. Да я знаю. Тут нельзя вот так вот сломать. Тата, чё-то не понял. Подожди, ты ещё раз. Ну? А, надо я тут нажимать, господи. Понял. Всё, понял. Наконец-то. А я в смысле? Кто-нибудь скажет мне это сломать? Я понял так. Сейчас. Да, блин.
можно было так-то сделать сейчас. Да в смысле? Чё? А ты слушай, тут я делал вот эту вот вещь. Я её делал, тогда я подпрыгивал. Да блин. А может, типа... Не-не-не-не-не, сейчас. А так, я эту штуку-то доделал. Да блин, я забыл. Может, мне надо... Вот так я делал. Походу, наверное, понял. Сейчас. В смысле, нет? Ну, а так там было. А, вот так. Типа, сейчас. Понял. Наконец-то разобрался. Я не особо хочу там глаза получать. Но вдруг там что-то особенное. А, нет, там ничего нет, ну ладно. Что-то топинов не вижу. Я его убил. Обидно. Где топыны?
еще раз говорю. Кстати, мне кажется, или здесь эти гномы особо не должны. Типа они говорят: привет. А вот и топины. Ой, я еще одну тыкву нашел, вот эту вот страшную. Страшная. Да, кстати говоря, без вас, ребята, тыкву еще, что вы поняли. Ты че меня ударил? На! Ха-ха-ха-ха-ха. Не, вот это муста мне реально нравится. Все. Отлично. Да, здесь я опять должен сделать эту хрень. Ой, не так. Сейчас. Все, любовь. Что за фиолетовые сейчас были? Интересно. Так, назад. Я, по-моему, то, что пустил. Да нет, вроде ничего не упустил. Ладно. А, вот, короче, ладно. На, Бред нойз. А вот и последний топин. Ну, эти топины здесь легкие, реально.
Там-то на все, на все, на не важно. Чел, ты мертв. А, давай танцуем на него. А я танцую на него. А я танцую на него. А я танцую на него. Ладно. Сейчас опять будет. Да уже понял, неразлучимая дружба. Ты кто? Ты кто? Ты мертв. Лол. Ты кто такой? Кто это? Кто это? The Doice и The Noise. Кто создал этого чувака, да, согласен. Вот вас. Я просто сейчас посмотрю, что он тут. Не, он быстрый. Тац. Он там мне уже кидает здесь. И они взрываются. Мы бомбы кидаем, а он... Ну ладно, плевать. Ну чё, давай, нойз. Подожди, чтобы было более... эпично. Я поменяю свой цвет на желтый. Сейчас. Где мне? Ну типа желтый против синего. Ну понял. О, все. Да, прикольно будет. Окей. The noise против the doice. Я зову doice. Окей. Желтый наш только говорит, кто создал его? Тут еще все обои разные. А он теперь прыгает смотреть. Да ну татуй. В смысле? Блин, не успел. Ладно, тут нельзя успеть, я понял. На. Тихо. Нет. А почему? Я хочу на пыран. Типа это другой босс. Окей. Ну вообще, я думаю, типа мы встретимся с... Типа я против нойз, нойз против нойз, а тут дойз. Чё за дойз? Типа это синий нойз, ну понял. А так у него, в принципе, такие же, только он за место бомб кидает там мне. Еще и муста другие, другая. Но, короче, изменение его атаки, это только за место бомбы там мне. И обои. Ой, ничего себе, двойную сальтуху сделал. Сейчас скейтборд будет кидаться, смотрите, видите, он там кидал скейтборд. В смысле? Чё, там не во второй фазе, чё, с неба падают? Стату первого босса, Папермена? Папермена обычно в вазы падали, а теперь чё? Здесь то же самое, но только там. А это будет стать дороже посложнее.
Чел в обоях, он просто на Сквидварда похож. Бежит такой. Не, ну, в принципе, это легко. Только логика, почему там не взрывается? Они должны, по идее, падать вниз, а не взрываться. Ладно. Может, это прикольно. Нет! Окей. А надо вот так? Понятно, это бесполезно. А что если... Не-не-не, я попытаюсь. Я понял, наверное, нельзя его сразу ударить. Я уже запомнил музыку, потому что я много раз уже не слышу. Черт, надо это... Надо, чтобы Егор это сыграл. Это божественно. И прекрасно. А во второй фазе еще сложнее будет. Ой, не то. Так. Там мне сейчас с неба будут падать. Ой, точно, он... Видели? Там мне с неба упали. Я сейчас тогда забыл то, что он при нападении тогда бомб он был наш, а этот ставнем, он еще и взрывался. Это был фейт. И забыл то, что он во второй фазе это делает. Я забыл об этом. Так. Но первую фазу я уже могу без урона пройти. Но вот вторую пота нет. Там они там сверху падают. Обычно у Нойза не падали. Бомбы. А тут там они. Ладно. Ничего страшного. Вот сейчас. Вот видите, там меня, там слева падали. Ой, это фейт. Опять упал. Нет! Ой, не сюда нажал. Ладно. Я товарный злодей. Я синий злодей. Да я зашибись вообще-то тут злодей. Я синий! Ой, зря. Бомбы против тайминг, кто выиграет? Я не знаю. Да блин. Он еще и вот эти плохие знаки показывает до сих пор. Так мы однажды показывали. Да... Он слишком быстрый. Я не успеваю следить. Я не знаю, за в обычной битве было намного удобнее. Я что-то с ним, кстати, застрял. Так в том уровне с домами. Бывает. А если дворы без вас, ребята, смог пройти второго босса. Нет. Я смог пройти. О, я успел его ударить. Офигеть, ничего себе. Прикольно. Короче, смотрите, я без вас смог пройти второго босса там в бой на ранг П. Знаете, так я. Да блин, что я приду? Не, я хочу ударить. Да блин. Ладно, плевать. Но я вот автосмолт ударить, ну ладно.
Короче, да, у ковбоя я смог пройти на ран П. Или Пи. Не знаю. Это два риса, правильно, П или Пи. Ладно, это уже не важно. Типа, с боссами происходят разные вещи. Вот с первым особо ни таких различий не было. Все то же самое. Со вторым боссом Нойз просто берет и сам убивает его. Не я убиваю, а он сам добивает его. Это сделано по приколу. Интересно, а здесь вообще босс изменен? Да, бои также изменились. Да блин. Вот сейчас они вот здесь будут спать или чё? Да ну. Не, это сложно. Это реально сложно. Да сцены не такой нет, так говоря. Обычно тогда мы побеждаем первую фазу. Помните, там большой гигантский шарик в стиле Нойза желтого? Он прям в арену влетел, а здесь нет этой сцены. Тихо. Ой. Минутку. Пройди там, господи, хавно собачье. На. Но они сначала, я понял, они тут падают. О, это до сих пор прыгает. Но на своей же, помните, знаете уже. Он сальтуху делает, я только что это понял. А чуть полегче сейчас вторая фаза стала, нет? Если он только свои там не будет кидать, нет. Пожалуйста. Я хочу пирант. Так. О, повезло. Так, вот сейчас... редкий случай на то, чтобы выиграть на ранг П. Блин! Нет! Там не тупые там. Самые плохие, ужасные. Они еще взрываются, это очень опасно. Так, это фейт. Это танец-то. Да ну! Чё? Что было это сейчас? Сейчас был тот это розовый чел. Похож был на Пипину стать дворя. Интересно. А, это и был Пипину. Типа, он был в черных глазах, я видел. Он типа его звали. Ладно, интересно. Ну вот, короче, победили его на ранг П. Или так. Кстати, хотите фотос покажу? Вот мы его сами победили, верно? А теперь давайте посмотрим, что будет, если мы обратно зайдем. Будет уже что-то другое, между прочим, если вы знали. Если мы зайдем в обратно, то он просто уже будет убит. И мы получаем новый скин. Он уже убит. И мы с легкостью получаем ранг П стать дворя. А что будет, если мы еще раз зайдем? Ту-ду! Да. Подождите-то. Танцуем. А за что мы сейчас? Это чё, бойс? Сейчас ждём. Так, нет, это не то. Вот, антидойс. А трейд... Уничтожение дойсов без использования бомб.
Ну, давайте возьмем Тэхевина, допустим. Если мы опять в обратно зайдем, то он опять будет мертв, или что? Ну, если мы только выйдем из Эдрёна, он же, наверное, будет. Короче, понятно, он мертв. Давайте тогда вот так сделаем. Я сейчас отрою четвертый этаж, кстати говоря. Все, мы отрываем четвертый этаж. Все, четвертый этаж отрыт. Вот так вот, ребята, изменения с третьим боссом. О, смотрите, кто это у нас. Это же наш зеленый старый знаток. Ой, нет, я тебе положу обратно. Сорян, чё? Я не хотел. Вот, идти вот так дальше. Кстати, это разблокировать я так и не потазал, но возможно или невозможно я потажу. О, что это? Фейт Пипино, это ты? Ну да, я стрельсил он. Кстати, а будет интересное изменение с Фейт Пипино? $200, окей. Будет ли изменение с Фейт Пипино? Ну, посмотрим. Мы это посмотрим. Блин, я случайно. Все, он мертв. Он подох. Теперь смотрите, мы перезайдем. О, 42%, кстати. Неплохо. Да, давайте мы перезайдем. Вот это все взрывается, мы знаем вот это вот. Да, я тут. Ты хуй, я напоминаю, собрал. Ой, так страшно. Сейчас. Вернемся в третий этаж. Так. И давайте попробуем с ним опять посражаться. Ага, он мертв. Ну тогда. Перезайдем в ядро, вот что тогда. Мы вышли из режима, но не вышли из ядра. А теперь давайте попробуем выйти из ядра и посмотрим, что будет. Мяу. Мяу. Привет, тотик. Я просто. Мой тотик пришел. Да, мой тотик. Да, вот так. Вот что, что взрывается, вот что мне сложно. Пантон-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Я изображаю тату-то песню, сам не знаю, татую. Хе-хе-хе. Ладно. Ну что ж. Так. Подожди, там... Там все же подох. Ну здесь он... Ну ладно, это бесконечно. Теперь давайте обратно зайдем. Наш лысый... Не лысый. Ну, извините. Он просто улыбается. А этот? Понятно. Он убит, короче, ребят. Все, минус сдох. Он сдох. Так, я сейчас поищу на ютубе отвернуть его, а то мне что-то его жалко. Ладно. Сейчас поищу его. Второй, смотрите, у меня появилась идея. Давайте-то... Я знаю, что Пипино так делает. Окей. Но давайте-то... У меня появилась идея. Я в ютубе поискал, и походу я нашел. А помогите, нет, я Пипино. О, все взрывается нафиг. А я нойс. Дон-д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 он
Так, знаешь, что нужно делать? Нужно, короче, на боссе три раза сделать пах, пах и пах. И после этого он должен вернуться. Я не знаю, я просто попрыгнул сейчас. Это работает? Не знаю. Да, это сработало, прикол. Ладно, плевать. Короче, ребят, я на этом все, пожалуй. Вот так вот, к сожалению, мы сами не успели пройти третью трышу полностью. Мы сами прошли только два уровня и босса. Да, в одном уровне я застряла и на боссе застряла. Но ничего страшного. А на этом, ребята, всем удачи, всем спасибо за просмотр, всем пота-пота, ребят.